Всех приветствую на моем канале, меня зовут Евгений. Сегодня я в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Приехал вам рассказать и показать станцию метро Ладожская. Место интересное, именно отсюда во время войны отходили поезда к Ладожскому озеру для того, чтобы снабжать продуктами, всем самым необходимым в годы войны Санкт-Петербург, тогда Ленинград. В общем, друзья, пойдемте посмотрим, что там интересного. Идем. Станция глубокого заложения, глубина у нее 61 метр, наклонный ход имеет 4 эскалатора, как правило, утром работают 2 на спуск, вечером 2 на выход. Что еще вам интересно рассказать про станцию Ладожская? Когда станцию построили, ее построили фактически в полях, вокруг были болота, лес, кусты, и народ, петербуржцы возмущались, зачем вообще вы построили эту станцию, когда фактически ей никто не пользуется. Но шли годы, сейчас вокруг Ладожской все активно расстраивается. Построили комплекс Янина, наверняка все слышали. Соответственно, вот все эти небоскребы, все эти большие дома, оттуда люди едут вот на эту станцию, поэтому утром бывает, ну, небольшая давка, я не скажу, что совсем критично, но иногда бывает, в очереди приходится постоять, чтобы попасть на станцию. Так что вот так. Станция действительно глубокая, вот на эскалаторе приходится потратить времени, чтобы подняться. Традиционно засекаю, сколько пройдет времени, чтобы подняться вот с той глубины и приехать сюда. Вестибюль у станции наземный. Вестибюль соединен с Ладожским вокзалом. Соответственно, вот сейчас поднимаемся. Какая люстра интересная, да? Так, ну вот это вход, турникеты на станцию. Оп. А сейчас внимание. Налево пойдешь, на Ладожский вокзал попадешь, в Мурманск уедешь. Направо пойдешь, в Санкт-Петербург попадешь. Как-то так. Ежегодно тысячи человек приезжают в Петербург, чтобы лечиться от онкологических заболеваний. Помогите им получить доступ